выбрались мы сегодня полной командой покопаться. Я, Геша, Тёмыч и Колян. Тёмыч, прием. У меня, по-моему, Аврелий. Друзья, иду к Артему. У него есть две находочки к ряду. Стало быть, начал отчаиваться, но есть у меня классная находочка. Сейчас я вам покажу. Идет спуск к ручью. Попробуем здесь по этому плато походить. Смотрите, будет интересно. Друзья, я вам сейчас такое покажу, вы просто не поверите. Я же говорил, что будет интересно. Динарик, динаричек. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота. Украина». Меня зовут Серега. Выбрались мы сегодня полной командой покопаться. Я, Геша, Тёмыч и Колян. Это наш полный состав. В общем, ходим, копаемся, наверное, часа два. Из находок лезет сапутка, фибулы. В общем, ничего интересного как бы не было. Пошли, позавтракали, вернулись опять в поле. Перепашка свежая, трактор вчера перепахал поле. Перепашка просто красота. Надо ходить, никого нету. Двое знакомых здесь еще ходят, потому что знали, потому что трактор перепахал. В общем, есть у меня находочка, сейчас я вам покажу. Но перед тем, как показать находочку, хочется порекомендовать канал «Пулинский копатель». Ребята, ссылочка будет в описании под этим видео. «Пулинский копатель», подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Парень вот так вот копает. Копает также Римскую империю. Интересные находки у него есть. Смотрим мою находочку, друзья. Друзья, я уже как бы было не было, стал переживать. Думаю, что ж такое? Свежая перепашка. Находок нету. И вот он. Первый динарик. Аврелий, что ли? Что-то мне подсказывает, что это Аврелий. Тёмыч, кстати, нашел ли местного? По-моему, Аврелий. Если я ничего не путаю. А может и комод. Комод. Сейчас Тёмычу скажу по рации. Тёмыч, прием. У меня, по-моему, Аврелий. Тёмыч, прием. Мы далеко друг от друга. Это Генчик там ходит, копает. Пока у Гешки ничего, но я надеюсь, что он что-то найдет. Так, ладно, Тёмыч меня не слышит, друзья. Динарик, динаричек. Красота. Забираем. Забираем находку, идем дальше копать. Смотрите, будет интересно. Ходим мы, друзья, все по той же замечательной перепашечке. Есть у меня находочка замечательная. Спинка с легионерской фибулы. Классненькая такая. Красота. Красотулька. Так било хорошо, я, честно говоря, подумал, что динарик. Ровненькая, целенькая. Можно пружинку приделать. И будет вообще целенькая. Берем. Выхаживаю я вот этот вот квадрат. Вот эту сторону уже все обходил. Смещаюсь вправо. Смещаюсь вправо. Похожу вот здесь вот так вот до кукурузы. Дальше кукуруза растет. Хочу доходить поле до конца. Ладно, друзья, смотрите. И я пошел искать дальше. Друзья, иду к Артему. У него есть две находочки к ряду. Сначала выкопал белончик. Потом рядышком в нескольких метрах выкопал динарик. Вот это белончик, я понимаю, здесь, да? Да. А вот динарик. Красавчик. Покажи-ка. Ох, какой классный.
Север, да? Север, точно. Север. Кайфовый, блин, вообще классный. Крутяк. А что ты еще нашел? Еще какой-то динарик есть, да? Или местный? Фаустинка. А, это не фаустина, это пи, да? Это или комод, или аврели. Похоже. А, точно. Точно, точно. И пятнашечка. Класс, Тёмыч, ну красавчик. Кусочки. Еще один где-то есть. Кусочки. Ну молодец. Да. Такое. Крутяка. Мы, видишь, тут выходили столько все. Ну тут не хуже. Ну туда. Я вот до палки ходил. Вот там вот торчит где-то палка. Ага. Я до нее. Вот она а прямо. Выше там. Как бы и находок никогда не было, мне кажется. Ну. Было ниже. Не, ну как-то были, но надо, видишь, ходить везде. Ну да. Были-были. Я и бронзу тут поднимал. Так что надо ходить. Ладно, поищем еще, походим. Давай. Ходим мы, друзья, уже несколько часов. Я уже, стало быть, начал отчаиваться, но есть у меня классная находочка. Сейчас я вам покажу. Взгляните-ка. Смотрите, какая мне вывалилась спинка с фибулы. Серебряная. Просто огонь. Красотка, классненькая такая, шикарная находочка. Ее можно отреставрировать и в подарок кому-то будет неплохой такой артефактец. Вот тут, наверное, что-то было, я так думаю, вот здесь вот на конце фибулы. Круто, круто, друзья. Класс. Берем фибулу. Идем дальше искать. Тёмыч тут рядышком топчется. И там вон Генчик. Выхаживаем вот этот квадрат. Ушли мы с того места, там где ходили. Ничего интересного там нету. Тёмыч нашел динарик. Я там несколько фибул не снимал видео. Потому что ничего интересного не было. Ходим, ребята, дальше. Попробуем выбить вот этот весь квадрат. Туда дальше идет спуск к ручью. Попробуем здесь по этому плато походить. Смотрите, будет интересно. Друзья, недалеко я отошел от фибулы. Это Артем, он ко мне идет. Есть у меня еще один динарик. Сейчас вам покажу. Смотрите. Ой, какой хороший. Сверху лежал, копать вообще не пришлось, пинпоинтером его отковырял. Кто такой? Пий, по-моему, если я ничего не путаю. По-моему, пий, друзья. Но классный. Классный. Тут рядышком комрады ходят, поэтому я так тихонечко не хочу особо кричать. Сейчас Тёмычу по рацию скажу. Тёмыч, у меня динарик есть. Савчик, давай, еще не вечер. Еще не вечер, друзья. Еще далеко не вечер. Динарик, динаричек. Класс. Берем, берем, идем дальше искать. Смотрите. Я же говорил, что будет интересно. Друзья, я вам сейчас такое покажу, вы просто не поверите. Или такое бывает, смотрите. Значит, смотрите. Вот идут следы чьи-то. Чьи-то следы. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Я выкапываю только что динарика. Иду в ту сторону, разворачиваюсь, иду вот обратно. И от этой ямки метра, наверное, 4. И есть еще один, друзья. Есть еще один. Вот это прикол. Еще один динарик. Ой, какой классный. Класснючий просто, капец. Блин, у меня аж руки затрусились. Как будто я золото нашел. Классный. Кто такой? Ой, легенда вообще шикарная. Легенда. Просто бомбей.
Сейчас от ветра отвернусь чуть-чуть. Что-то он мне на гетту похож, но это не гетта. Тут было бы написано, что это гетта. Может, каракала? Может, каракала. Классный. Ребята, еще один динарик. Я же говорил, что будет интересно. Динарик, динаричек. Берем. Берем, идем искать дальше. Все рядышком топчутся. Генчик и Темыч. Берем. Берем динарик. Погнали, не будем терять времени, потому что скоро потемнеет. Надо успеть еще что-то найти. Все, я пошел. Крутимся, друзья, мы все вместе. Это Коляныч, Темыч, я. Смотрите, есть у меня находочка. Сверху лежала, копать вообще не пришлось. Вот такая вот серебряная штука. Я думаю, что это было писало. Одевалась какая-то тростинка на него. Вернее, оно на какую-то тростинку одевалось. И было писало. Что-то писали. Прикольная такая. Тут такая, как чешуя на ней нарисована. Интересно. Нечастая находка, я вам скажу. Но, тем не менее, такие вещи тоже попадаются на поселениях. Прикольная штучка. Интересно, что они ей писали. Какие-то рукописи, которые уже не сохранились. 2000 лет прошло, как-никак. Ладно, не будем акцентировать на этом внимание. Идем копать дальше. Будет что-то интересное, вы все увидите, смотрите. Ну что, друзья, есть у меня интересная находочка. Сейчас я вам покажу. Артем нашел динарик. Я потом подойду к нему, мы посмотрим, если успеем. Потому что уже так темнеет быстро у нас, что нам тут походить буквально часик и будет ночь. Наверное, даже это будет крайняя находка. Мы еще немножко походим и будем ехать домой. Сейчас я вам покажу эту находочку интересную. Ничего подобного раньше я не находил. А потом посмотрим все находки вместе. Взгляните-ка, друзья, что мне выпало. Из глубины ада я ее выкопал. Вот палочку положил, больше штыка. Ну, на штык, можно сказать. Смотрите. Я немного озадачен. Если честно, я немного озадачен. Кто это и что это? Здесь вот отверстие какое-то было. Немного озадачен. Ребят, у кого есть какие предположения по этому поводу, пишите в комментариях. Будем вместе разбираться. Блин, интересный. Интересный фейс. Вот так вот выглядит. Фас, профиль. Интересный. Ну что-то такое, какая-то оловянистая бронза, может быть, состав. Сейчас я у Тёмыча спрошу, что он там нашел. Тёмыч, прием. А ты какого динарика нашел? Не услышал. Тонин Пи. А, молодец. Тёмыч нашел Антонина Пия. Но вот эта штука вызывает определенный интерес. Так, ладно. На этой веселой ноте сейчас я к вам развернусь. Ну что, друзья, на этой крайней находке будем заканчивать нашу сегодняшнюю экспедицию. Сейчас я вам находочки свои сегодняшние покажу. Итак, друзья, пока не стемнело, покажу находки. Накопал я сегодня, конечно, накопал, я вам скажу. Значит, вот этот вот человечек, которого только что выкопал. Три динарика. О, кстати, не снимал. Иголка. Черняховская иголка. Бронзовая. Вот здесь вот даже вот ушко видно. Ушко.
Продаются они на Виолете по 100 гривен, по-моему. Серебряная фибула, легионерская фибула, куча всяких разных мелочевок. Кстати, вот выкопал, не показывал, кусочек серебряной пружинки с фибулы. Возле чего-то следа. И вот такую вот здоровенную пружину тоже. Порадовали динарики, порадовала фибула и вот этот вот чувак. Что за чувак, не знаю. Надо разбираться. Вот такие, в общем, находки. Друзья, что еще хочется сказать. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. И не забудьте еще подписаться на канал «Пулинский копатель». Рекомендую, друзья, поддержите человека подпиской. Если не мы, то кто же. Будут у нас еще экспедиции интересные. Сезон пока идет. С понедельника, конечно, нам прогнозируют дожди. Но я думаю, что мы все равно будем куда-то ездить. В общем, всем удачи, ребята. Всем пока.